Эй, здорово всем, с вами Александр и Секира. Тени умирают. А много раз. Много раз. Много раз, потому что нифига не два раза. Может, они и два раза умирают, но мы... А мы не два раза. Так, в прошлый раз, короче, я залез куда-то непонятно, да, там, каким-то духом. Чего-то, короче, не туда пошел, где-то полазил. Спрыгнул, да, там, в пропасть. Кое-как убил босса. Так, сегодня... Сегодня пойдемте-ка мы на крышу. На крышу. Так, переместиться. Все-таки нам нужен замок Осина. Я прав? Это здесь? Так, погоди. Это где? Нет, это не то. Храм Сэмпа Гора Конга. Чего? Нет, это тоже не то. Так, вот, это то? Я прав? Верхняя башня. Верхняя башня. Давайте сюда. Чё забылся, честно. Забыл. Забыло я все. Так, здесь был босс. Все верно. Че? Кто-то шагает. Не понял, кто. Кто здесь? Кто здесь? Так, нам надо наверх, ладно. Чё там шагают? Ладно, фиг с вами. Мы пойдем наверх. Хорош шагать, кто топает, алё. Мы пойдем наверх, а и посмотрим. Я посмотрим. Чего тут? Да, тут кто-то свистел. Хорош свистеть. Хорош свистеть. Так, не понял, кто это? Это пацан. Ё-моё, это этот, что ли? Натуре. Это главный босс. Ебать, я попал. Он чудо. Что он до сих пор с нами? В смысле кто? Я или он? Вот как. Вот я попал-то, вот я попал. Божественный наследник. Я прошу тебя. Свяжи меня со своей клятвой бессмертия. Я не могу этого сделать, господин Генитира. Генитира ли? Того, что в тот раз вы победили, я обязан ему. Не пожалеет жизни, чтобы освободить меня, ибо он мой синоби. Йо, это я! Хорош! Красиво! Господин, я пришел за вами. А что у него с глазом? Да хорош! Ну как я босса-то завалю? Это же главный босс. Ну нахера я сюда пришел? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, чё? Сразу, как говорится. Сразу попал. Наруна Корототуру. Пока ты жив, мне не быть собой. Мне не стать бессмертным. Ты чё, серьезно, да? Хорош? Так, тихо. О, хорош! Ой-ой-ой-ой, тормоза! Ах ты ж, ах ты ж! Ого! Хорош! Блять, какие-то тормоза. Ладно, первый будет бой разминочный. Ах ты ж гад!
Хорош! Ах ты ж! Мазафака! Где я? Где я? Что вообще происходит? Короче, от этой атаки надо уходить. Вот от этой атаки я и говорил, да. Это его пинок. Дай попить-то, алло. Ого, хорош. Я, короче, себя не вижу. Ой, бля. Ой, бля. Да, закончились у меня. Ну, бля, вот это я забыл. Хуя он псих. На, собака. Ну ничего, так, кстати, идет, смотри. Бодрячком я его. Бодрячком. Воу, 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 воу! Хорош, память! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, почти. На, неплохо. Для первого раза неплохо. Неплохо, но, блин, раскатал, конечно, у меня. Хорошо. Так. Что у меня есть? Что у меня есть? Что у меня есть? Где я? Куда я? Куда я? За что? Почему? Алло. А, блин, что, опять туда идти, да? Опять этот хлепак, что ли, смотреть? Вы что, серьезно? А вы что, серьезно? Так, а что у меня тут? Дай-ка я вот эту штуку выпью. Я могу эту штуку выпить. Так, хорош. Вот это я зачем сейчас сделал? Вот это сейчас непонятно, зачем я сделал. Клипак можно пропустить, это мы все видели, окей. Ну, бля, как же я вот этот... Вот этот удар надо... Блять, он какой шустрый. Ах ты ж гаденыш. Да что у меня не получается удар мой, а?
нихуя не получается. Ай, блядь. Ой. Ой, блядь, козёл. Хорош, раунд есть. Ой, бля! Ой, блядь, как не то сделал. А как? Все, пиздец. А, это пропустил. Хорош! Блять, хорош! Я его ушатал. Блять, руки трясутся. Извиняюсь. А чё-то он так легко-то. Это ересь, мужик! Ересь, говоришь? А чё, ещё раз что ли его бить? Чё, серьёзно? Я готов пойти на любую ересь. Готов вынести любое время. Ё-моё. Ты какой красавчик-то. Хорош, ты чё, молнию ещё будешь брать? Ну, зашибись. У меня жизни нет, может не надо? Может потом? Ой, как хорош заливает. Чё это было? Да хорош дубль пожрать-то, блядь, бешеный. Чё это было? Хорош приговорил. Я чё-то не понял. А, я ещё и воскреснуть могу. Твоя молния, туфта. Вай. Но тут он серьезно рубит, да. Ладно. Блин, жалко, обидно, досадно. Блять, молниями швыряется, еще что-то творит. Короче, вообще псих полный.
Так, нам, короче, надо его по красоте сейчас обетовать. Как сказать-то? Надавать под зад, короче. Красиво. И без умираний, да? И у него третья жизнь. Ё-моё, откуда третья жизнь? Кто это придумал? Это нечестно. Это нечестно. Хорош, все, я понял. Да, сейчас тебе жопу буду надирать. Да как же, я же, блядь, отошел уже. Блядь, все, пиздец. А чё я лежу-то, алё? Не, ну тут что-то у меня вообще не получилось. Не, ну тут походу надо в бок попробовать. Ладно, это фиг с ним, это я проиграл. Этот бой я проиграл. Во славу Асина. Этот раунд я продул. Что ж такое-то? Что ж такое-то происходит? Я не знаю, ля-ля-ля. Короче, раскатал как ребенка. Раскатал. Еще плюс при первой этой, да? Надо вот как-то, блин, не забывать от этого отпрыгивать. Когда он подпрыгивает. Так, все хорош. Че, серьезно? Да, блять, он все равно меня задевает. Вот сучка. Падла. Да серьезно, что ли? Снуби!
Ай-ай-ай-ай, все, капец. Ебать, что творит? Ебать, что творит? Ебать, что творит? Да. Вот и все, блядь! Все! Ой, блядь, еще! Сука! Что происходит? Сука! Да тебя, чмошник, просто зажать надо было! Твою мать! Твою мать! Воспоминания Генетира. Память о битве с редкими противниками, оставшись в сердце волка. Все понятно. Техника кровавого дыма. Техника ниндзюцу, превращающая брызги крови жертвы в дым. Расход эмблемы духа активирует после выполнения смерти удара сзади. И дым позволяет скрыть от глаз врагов и воспользоваться элементами неожиданности. Путь синоби – это борьба между жизнью и смертью. Смерть для него – источник силы. Ух, блядь. Да вы поняли, да, как я его сейчас вообще завалил? Я сам не понял, как, ну, блядь. Я его просто зажал. Я его зажал нахрен, и все. Зажал, давил на него, давил, и видали, да, и он, блядь, вообще капец скорочунился, короче. Это хорошо, зайди после смерти, нажми РБ. Не, погоди, чё? Техника ниндзюго, мощные приемы, которые можно выполнить только после нанесения смертельного удара сзади. Этот прием нужно выбирать в меню снаряжения, но их расходуют эмблемы духа. РБ после смертельного удара сзади применяет технику ниндзюгу. Окей. Аж, блядь, заговорил. И чё? А, все понятно. Фу, блядь, вот у меня руки-то болят. Вообще. Таким сивачом станешь? Я вижу, вы победили. Что тебе? Я не желаю вам зла. Синоби – божественный наследник. Господин Генетиро, это воды молодости? Блять, он живой, мудил, а? Че, серьезно? Наш клан, и наша земля для меня все. Ради них я порву вам всем жопу. Я готов оставить человеческий облик. Мудила. Воскрешение. Да. Верно. Прощай. Чё? Сколько у меня на него ушло времени? Полтора часа. Полтора часа, нормально, чё. Могло быть и хуже. Могло бы быть и хуже. А могло бы быть и лучше. Но, блин, не знаю. Иду у резчика. Тётка. Так, всё. Нахрен. На сегодня всё.
На сегодня все. На сегодня все. Так, ну нет, мы, пожалуй, не будем завершать. Много интересного, да? Много-много. Может, продолжим? Продолжим. Усилить атаку. Воспоминания битвы с Генитира. Память о битве с редкими противниками. Да, все понятно. Сила атаки увеличена. Хорошо. Сила атаки 4. Так, бусинок он не дал, да? Бусинок он не дал. Бусинок он не дал. Денег у меня нет. А, погоди, надо отдохнуть. Отдохнуть же надо. Восстановиться. Восстановиться. Остановиться. Ага. Так, ты кто? Это в смысле та, кто была в храме? Наконец-то. Я смогла выполнить наказ господина. Спасибо вам. Так кому именно ты служишь? Исину Асина. Я лекарь на службе у господина Исина. Но почему он приказал тебе помочь мне? Господин Исин не желает использовать силу крови дракона. Вот почему он помог. Он пытался помочь господину Куру. Да. Его написала ты в сообщении. И это верно. Я исполнила поручение, но... Здесь есть некто, которого, как мне кажется, вы будете рады увидеть. Господин Кура ждет вас внизу. Я ж только что там был. Так, а что с тобой еще можешь сделать? Здесь есть некто, которого... Ага, и чё, не все? Ага. Шиш. Шиширы-шишиш. А, ну я без меча. Без меча, значит, я... О, не понял. Еще идол? Зачем? Так, шкет. Пацан. Найден идол резчика. Непонятно зачем. Так, а что здесь есть? Что-нибудь есть? Чего-нибудь тут есть. Чего-нибудь тут есть. Хорош. Магнетит. Магнетит ли? Оба. Оба. Нельзя. Так, погоди, пацан, погоди. Ну, тут нет ничего. Господин, я пришел за вами. Окаричо. Да, я рад, что ты пришел. Чикатрата. Пойдемте. Мы должны уйти из Асина. Волк. Моя кровь. Кровь дракона делает людей бессмертными. Это касается и тебя. Да, господин. Я хотел спасти тебя. Я бы без колебаний сделал то же самое. Выпади мне второй шанс. И все же, бессмертие порождает скверну. Как и клятва бессмертным, воды молодости, драконьего поверья. Они меняют людей до такой степени, что те уже не могут вести нормальную жизнь. Я желаю покончить со скверной, порожденной наследием дракона. Цицкаритай. Волк, ты поможешь мне достигнуть цели? Да не вопрос. Так, чё следовать жил... Кодексу защищать Куру. А? Чё? Так, не понял. Не, ну помочь надо, пацаненку, это обязательно. А, бла-бла-бла-бла, ну окей. Отец, я не могу нарушить железный кодекс. В смысле? Не понял. Хорош. Ладно. Я не могу защитить вас, божественного наследника. Такой мой долг. Таково повеление отца. Сколько раз ты уже умирал и снова воскрешал ради меня? Состоеми. 2, 3. 1200. Или может столько раз, что и не сосчитать. Да, ты прав. Это было ради защиты господина. Так что количество не имеет значения. Я не хочу обрекать тебя на вечную жизнь. Волк, помоги мне разрубить узы бессмертия. Астукри. Будет исполнено. Аригато, спасибо, верный волк. Сушири. Так, и чего?
Что дальше делать? Ха-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Непонятно, непонятно. И все, что ли? А в смысле? Так, а ты чё? Я вижу, вы поговорили с господином Кура. Ага. Если присмотреть, мне кажется, что вы стали выглядеть чуть менее хмурым. Да, ебать, вообще капец. Да в смысле ты, да и... Ты, у меня там, может, семечка была же. Короче, не хочет. Непонятно, а что делать? Так, это что? Что за зеленая фигня? Йоу-йоу-йоу-йоу! Куды? Так, что-то вообще не понимаю, что делать. Чего делать? Это не хочет со мной говорить. Тут есть какой-нибудь потайной вход? Нет? Есть? Если мы хотим избавиться от уз бессмертия, я знаю, с чего начать. Волк, посмотри. Текст о спасении от уз бессмертия. Книга получена от Кура. В ней собрано звание, необходимое, чтобы избавиться от наследия дракона. Книга... Виду старая, многие страницы отсутствуют. Здесь я спешу, что нужно, чтобы выполнить ритуал избавления от бессмертия. Надо найти алтарь за дворцом, первый источник и выполнить... А, и выпить слезы дракона. Чё? Надо найти алтарь за дворцом первого источника и выполнить... А, и выпить слезы дракона. Это древний текст, который хранится в замке Асина. Священные слезы дракона из божественного царства. А, ну это слеза. Да, я считаю, что слезы дракона помогут помочь нам разрубить узы бессмертия. Но божественное царство, как мы? Я знаю как. Волк, там стоит курильница. Она принадлежит кое-кому особенному, взгляни. Че? Какая курильница? Слышь? Посмотреть курильницу. Не есть что-то особенное. Мне говорили, что давным-давно в замке Асина прежде жил другой божественный наследник. Его звали господин Такеру. Эта курильница принадлежала ему. А где он сейчас? Блять, я столько не болтал вообще всю жизнь. По-видимому, он давно уже мертв. Окутанное благованием первоисточника и возвращаюсь в божественный храм. Считаю, что это вставил... Короче, я не успеваю, куда вы так быстро болтаете? Вы хотите сказать, что бог Савина первоисточника поможет попасть в божественное царство? Да, я думаю. Волк, давай же доберемся до истины. И чего? Ой, как её болтать-то вы любите, однако. Япона, кудасай. Опять. А теперь обдумаем, как начать поиски. Наверняка в этом замке остались несколько книг господина Такеру. Книг, которых он собирал, чтобы найти божественное царство. Я поищу их. Может, кроме поисков пути я божественное царство? Мы поищем еще и способ избавиться от уз бессмертия. Да, хорошая мысль. Поговори с господином Исином. Если кто и знает ответ, так это он. Волк, пойдем со мной. Пойдем. Куда? Я там был, там ничего нет. Куда ты пошел? И чё? Господина Исина нет в главной башне. Мне сказали, что он восстанавливает силы в одной из сторожевой башни. Как ты его узнал? Но проход его башни закрыт. Здоровье у него сейчас не очень. Как туда проникнуть? Можно пробраться по крыше, только там ходят дозорные ниндзя-полуношники. Это путь для синоби. Но для тебя, полагаю, это не проблема. Я слышал, что полуночники размечают свои маршруты дымовыми сигналами. Да, поэтому если ты пойдешь по их дымовым сигналам, то доберешься до господина Исина. А на крышу можно выбраться из этого окна. Да тут повсюду можно выбраться. Все понятно. Что-то, бля, болтаюсь только вообще, я столько в жизни не болтал, серьезно. Ну ладно, раз уж начал. Почему бы и нет? Так.
мой господин. Не здесь, он в одной сторожевой башне. Но ему сейчас нехорошо, и потому вход в башню закрыт. Ты, блин, дашь мне семечку? Точнее, блин, не дает. Вот же вы злые, да? Так, ладно, идем по дымовым этим. Вон вижу дым. Вон вижу дым. Больше не вижу дым. Там я был. Там я был и пиво пил. А, не, мед пил. Пиво не пил. Пиво я в другом месте пил. Там копьеносец ходит. Так, и чё, какая башня-то? Алло, вон что-то вижу. А, вон, смотри, зараза сидит. А, ну я здесь был. Я только выше оказался. А я только выше оказался. Это ты? Как я быстро. А чё это? Благовоние. Так, погоди, тут чё, ничего нет, что ли? А чё светится? Хорош, закрылся, ага. А там-то открыто. Най-най-най-най. Здрасте. Чемодан. Кто? Чё? Я не понял. Кто здесь? Кто? Кто? Кто меня запалил? Алло! Здесь же нет никого. Ну-ка. Ну. Дрожики. Хорошо. Так, а у меня это же еще функция открылась. Так, техника ниндзяка, превращаясь в брызги крови, дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-стопыры-стопыры. Так, нажмите РБ после смертельного удара сзади. Хорош. Так. Так, это что? Печень угря. Ай, блядь, их тут двое. Их тут двое. Их тут двое. Их тут двое. Так, а что я их боюсь, я не понял. Встал в стойку. Курицы, блин, а. Петушары просто. Так еще навсекали. А мне вообще сюда? Или не сюда? Зачем я сюда пошел? Странно. Че? Че? Где? Та-ра-ри. Короче, надо вначале туда сходить. Или чё ли? Или, блин, куда-то я опять не то пошел. Ну да. А там бешеные монахи. Ой-ой-ой, забыл. В смысле, как? Я-я-я-я-я. На-ка. Мудила.
понял, да? Я знал, что они там. Я знал, что они там, но я пошел не сюда. Так, это мне что-то напоминает. Я здесь же был. Я же в натуре здесь был. Да? Да? Ну, ебать, а нахуя я сюда пришел? Прикольно, это с другой стороны вход. Так, а че я здесь не был? Вот тебе раз. А я здесь не был. Ой, че нажал? А я здесь не был. А прикольно. А прикольненько-то как. Дородят. Насчет жизни божественного наследника. Да? Я хочу кое-что спросить. Но прежде... Саке! Что? Ты заслужил. Возьми. Неочищенный саке. Бутылка мутного неочищенного саке. Ля-ля-ля-ля-ля. Это, короче, истинный саке. Мой внук Генитира был околдован водами молодости. Ты правильно сделал, что положил там конец. Прими мое благословение. Я лишь следовал кодексу, который научил меня отец. А, железный кодекс Синоби. Ясно. Ты сын Филина. Короче, кто с кем воюет, я ничего не пойму. Тот самый, которого он нашел во время восстания. Да? И твои странствия привели тебя сюда? Да чего причудливая судьба? Не правда ли, Секиро? Секиро, так ты. За каким же знанием пришел ты? Еще отдать напиток о том, как разорвать узы бессмертия. Божественный наследник желает избавиться от уз бессмертия. Я хочу знать, как это можно сделать. Клинок бессмертных. Будь у тебя такое оружие, возможно, с ним ты добьешься цели. Клинок бессмертия. И можно убить того, кого не убивает обычными способами. Не умертвить. Того, кто не может умереть. Истинными червями, так их кажется, называют. Я такого еще не видел. Но про них говорят, что их можно поразить прямо в сердце или снести им голову с плеч. Если слухи правды, это весьма опасные противники. Короче, надо этих безголов, что ли, убить? Что убить такое чудовище, понадобится клинок бессмертных? А-а-а, ну все понятно. Не, не понял. Или это не они? Где можно найти клинок бессмертия? Где искать клинок бессмертных? Говорят, он хранится в храме Сэмпу. И все же. Говорят, клинок бессмертных нельзя достать из ножен. Что это значит? Я сам толком не знаю, просто именно так говорят. Короче, это был какой-то храм там. Впрочем, ворота в храм сейчас закрыты. Кто знает, что там творят в горах эти отступники. Нормальных дорог туда просто нет. Ну все понятно, там же был какой-то храм в самом начале, да, когда я пошел налево. Налево я пошел, да. Отдать напиток. А в смысле ты же мне отдал, зачем? Будешь? Ах, превосходно. Кстати, как тебе Генитира? Да вообще еще тот. Что вы имеете в виду? Вы скосили мечи, не так ли? Могу сказать, что он был силен и пользовался необычной техникой. Понятно. А что такое молния Томоэ? А надо? Это техника наставника Генитира. Поди, знатное было зрелище. Еще какое? Его наставник Томоэ. Мало кто так владеет мечом, как она. Бью, она словно танцует. Если заглянуть в ее глаза,
Чувство такое, будто тебя затягивает в глубину вод. Что-то опять знакомое. Я был полностью очарован ей, и это меня чуть не сгубило. Это, короче, куда я шел, да, и чувак куда-то шел тоже. Слышал, что там кто-то поет. Я прожил достаточно жизнь, но с ней я как никогда был близок к смерти. Где можно найти клинок бессмертных? Я спросил. О том, как разорвать, я спросил. Так, все. Ты уходишь, Сигиро? Та еще битва. А в битве все наши планы и устремления постоянно минаются. Постоянно. И ты проиграешь. Будешь колебаться, проиграешь. Ладно, нет, все с тобой понятно. Буду колебаться, проиграю. Баля-бапу, пара-парушки. Так, а как мне сюда попалось? Ой-ой-ой-ой, что ты делаешь? Хорош. Так, ну все, поговорил. Нашли еще какого-то господина. Короче, надо идти в храм Сэмпа. Храм Сэмпа, по-моему, у меня открыт. Так, не понял, куда она девалась. Че? Кто? Где? Я там был, там. Какая-то записка. Так вы встретились с господином Исином. Да, он поблагодарил меня за победу над Генитиро. Ясно. Подумать только, господин Генитиро осмелился петь «Осадок молодости». Осадок молодости? Мы называем его особенно концентрированной фракцией вод молодости. Наверняка вы видели это сами. Осадок молодости придет тело невероятной силы. Человек может выдержать удары, смертельные для других. Мне бы такая не помешала. Мой наставник, Доган, долго изучал эффекты осадка, но все его работы, записки, лекарства, все было сожжено и уничтожено. Говорят, одному из старших учеников удалось спасти часть его работы. Возможно, то был Додюэн. Что об этом думает господин Кура? Да. И мы решили разрубить узы бессмертия. Ясно. Спасибо тебе за всю твою помощь. Вы говорите так, будто прощаетесь со мной навсегда. Я выполнил поручение господина и теперь останусь здесь, в замке. А как же резчик? Может посещать меня, когда вам будет удобно. Я буду помогать вам в врачевании. Не, ну вот, я же говорю. Вот, у меня есть семечко есть. Только где я взял, я не помню. А, все, да? Ай-яй-яй, все, ля-ля-ля-ля-ля. Так, все понятно. Все понятно. Дева Натаба. Так. На-на-на-на. Записка. Волк, я кое-что нашел. Я отпер библиотеку, встретимся там, Кура. Так ты же вон. Так, выходите, надо отдохнуть. Отдохнуть. А, сейчас, секундочку. Я на пару минут уйду. Так, отдыхаем. Отдыхаем. Хорош, 7 фляг. Еще бы жизик. Так, это что? От курильни исходит легкий аромат цветов сакуры. Ай, ну я ж хотел взять. Сколько тут пыли? Окари хидуйна. Я вернулся. А, волк. Ты вернулся. Ты встретился с господином Исином. Да. Он сказал, что клинок бессмертный. Может помочь вам избавиться от бессмертия. Клинок бессмертных? Этот меч способен лишать жизни бессмертных. Его можно найти в храме Сэмпо. Ясно. Да. Это интересно. Скатуэма. Скатуэма. Как скажете? Что касается меня, я искал книги, где могли бы подсказать о благовонии первоисточника. Благовония. Похоже, господин Такеру и правда искал путь к божественному царству. Блядь, еще какое-то божественное царство. Пока что я нашел лишь одну подсказку. Что такое? Цветок. Она дана.
А-ха-ха-ха-ха. Не понял. О цветке. Цветок? Сперва прочти вот это. Записка про цветок. Записка написана Текеру, прежним божественным наследником. Говорят, родители Томоэ, короче, некогда собирали аромат первоисточника и прибыли во дворец в глубоком пруду, где собирали воду первоисточника, покоится то, что нужно, чтобы попасть во дворец. Это белый благоухающий цветок. Что это? Это оставил господин Текеру. Такеру. Я искал надписи благовония первоисточника и о том, как оно связано с божественным царством. Есть вода, что течет из первоисточника через осин. А в книге написано о белом цветке, что растет там, где вода глубока. Я там был. Видно, он через благовоние первоисточника. Я не могу нырять. Я же плавать не умею. Место, где вода глубока? Возможно, в глубокой долине? Блин, какой долине? Да, верно. Это может быть опустившаяся долина. Опустевшая. Я там тоже был. Вот и первоисточника должны стекать в нее. Где искать опустевшуюся долину? Опустившуюся. Она за лесом, что растет позади замка. Глубоко в лесу есть святилище белого змея. Хипать, опустевшая долина, как ясно из названия, находится ниже. Обычно дороги туда не ведут, но человек твоих умений может продолжить путь. Так, я там был или не там? А что за камень? Это вам мой, господин. Не понял. Это? Запись человека, что хотел создать благовоние первоисточника. Понятно. Там сказано, что в неком святилище древней хранится ароматный камень. Но я никогда не слышал об этом деревне. Она под землями Осина. Кстати, насчет колодца у лунной башни. Я там тоже был. Я читал, что он может быть связан с бездонной дырой. Пожалуй, это стоит проверить. Я посмотрю. Хорошо. В тексте было написано «броситься». Интересно, что бы это могло... Я, короче, бросился, да. Там, короче, эти бессмертные же... Ладно, разбросим. Короче, я не буду говорить, я устал. Кажется, я видел такое место. Правда? Заброшенное подземелье у замка Осина. Есть огромная и словно бездомная дыра. Там была старуха. Она сказала мне броситься в дыру. А если броситься туда? Думаешь, окажешься там, где нужно? Да. Я чувствовал, как от ворот дул слабый ветерок. Пожалуй, я попробую прыгнуть туда. А нет там ничего. Ваката. Так, и отдать капельку сакуры. Это вам, мой господин. Неужели это капелька сакуры? Это? Говорят, что когда разрушена клятва бессмертия, наследие Аракона, вместо нее остается это. Как думаете, его оставил господин Текеру? Пожалуй, да. Волк, если ты хочешь, я могу принять эту капельку сакуры на пользу тебе. Так, а чё? Оставить капельку сакуры себе, отдать капельку? Ну, отдаю. Если вас не затруднит. Конечно. Закрой глаза. Господин. Что случилось? Драконья кровь господина Текеру живет в тебе. Благодарю вас. Да. Что происходит? Что они там делают? Алло, включите свет. Свет. Теперь можешь открыть глаза. А в смысле это я глаза закрыл? Нихера так себе. Господин. Повышенная способность к воскрешению. Чего? А ну ты же бабочка мне дала. Это тебе дар от господина Текеру. Да не, не от нее. Используй его с умом. Да. Так, ну и все, да? Я хотел спросить. Ты заметил, что в курильнице сохранился запах? Да. Это был словно запах опилок.
но еще немного ощущались цветки сакуры. Да, ты тоже учуял. Запах был словно от цветка сакуры, но немного другой. Что такое, волк? Этот запах, он мне что-то напоминает. Ты его уже чувствовал раньше? Думаю, да. Но не могу вспомнить, где. Блин, сколько же вы долго болтаете-то? Кстати, госпожа Эмма говорила, что когда-то давно за замком росла сакура. Возможно, это как-то связано с нашим поиском. Хорош вы болтать, ё-моё! Ключ от святилища. Ключ от святилища в крепости врат за идолом святилища. Можно открыть военный зал опустившейся долины. Стреляют в любого, кто приблизится. Особенно смертоносного оружия отряда змеиных глаз. Блин. Эти воительницы потомка древнего клана обладают особым зорким зрением, позволяющим не разить цель без промаха. Где это, где опустевший... А, ну в смысле, это где у меня, да, там дверь была закрыта. Ой, чего-то всего много понадавали-то, я-я-я-я-я. Чё, всё? Так, погодите, а чё мне надавали? Чего мне надавали? Атака вихрь, это понятно. Фляга с лекарством, дрожжи, божественные капли. Там, кстати, у меня ещё скверны же, да? Надо, короче, вылечить печень угля. Так, это не здесь. Это тоже не здесь. Это тоже не здесь. А где? Протез Синоби, колокольчик, кусок маски дракона у меня есть. Тайное умение стиля Синоби, тайное умение... Блин, вернись! Да, хорош, да... Противовоздушный удар. Текст о спасении от уз бессмертных. Это как это? Книга получена от... Не собрано тараля-ля-ля или наследие дракона, книга... Так, а ее можно как-то использовать? Так, понятно. Записки про цветок. Записка пленника, и кому-то ее надо отдать, не знаю кому. Письмо с орнаментом, описание крысы, окровавленное письмо лекаря, тоже заметка про огненный ствол, записка про сигнальный дым, заметка. Ключ от потайного храма, ключ от... Караулки, ключ от святилища, бусинки. Так, а чё бусинки, а чё так делают? Сейчас у волка бусинка одна. И чего? Не... А в смысле их 99? Всего 99 бусинок можно собрать? Чё, серьёзно? Вы чё, серьёзно? Вы чё, не шутите? Да погодьте, ну что ж ты? А нафига так? Я чё-то не понял. На нитку и поднесено идолу резчика. Бусинки повышают максимальный запас. Кстати, четкий из этих бусинок популярны среди могучих воинов. Ярость воина Асина известна по всей Японии. Особенно ля-ля-ля. Вторые. Асины великие, с розной кожей, красными глазами. Повышают максимальный запас жизни и концентрации. Четкий из таких бусин популярны среди могучих воинов. Могучих воинов. Видение Гёбу. Кто это? Че это? Память о битве... А, ну это в смысле. Поверье торговца. Амулет исцеления. Не понял, что за амулет исцеления. Откуда? Амулет исцеления от драконьего поверья. Созданный Эмой. Всех кто... А, ну это понятно. Драконья чехуя. Все, ничего нету. Ладно. Вот это что такое за кругляшок у меня появился, который якобы перезаряжается? Это типа третья воскрешаловка, возможно, да? А, то есть я еще не могу, да, ее использовать, когда надо. Так, ну ладно. Короче, нам надо куда? Короче, куда нам надо? Можно, короче, идти в храм Сэмпа. А можно... Блин, а нам же в храм Сэмпа надо, правильно? Там с бессмертным клинком они сказали. Бля-бля-бля-бля. Где? Окраины Осина. Разрушенный храм. А там опять эти змеиные бабы, которые, блин, меня валят. Меня валят. Ой, меня они валят. Так, где это было? Где-то я это видел уже. Так, вот оно.
я тут и проходил. А, она же закрыта. Все серьезно? Все серьезно? Ядрен батон. А, это в смысле, это... Я что-то не понял. В смысле? Я тут оказался, где и был? А как это? Я что-то не понял. Алло. Че, серьезно? Вот прикол. А я думал, там это что-то. Хорош, а зачем? Чё-то вообще не догоняет. Тут же и до речи. Ой, бля, ты чё хупакал? Пугает звук. Ладно, погнали в Храм Сампо. Еще есть опустевшая долина, да, у меня? Так-та-та-та-та-там. Переместиться. Смотри, замок Осина. Ладно. Заброшенное подземелье. Это не здесь. Храм Сампо, вот. И вот есть опустившаяся долина. Это я, короче, я до туда не дошел, да? Я дошел до этой глубинной воды. И все, а дальше я не знаю куда. Тут еще есть глубины Осина. Поместье Хирата. Ну это. Да. Да. Пойдем тогда в храм Сэмпа. Он мне неизведан. А опустевшая долина тоже неизведана. А ну все понятно. И глубина Осины тоже почему-то неизведана. Темный лес. А ну там темный лес, да. Ядовитый пруд, темный лес. Все понятно. Все понятно. Короче, три локации, да? Здесь я как бы был, но я куда-то не туда ушел. Там можно было еще куда-то зарулить. Ладно, погнали. Погнали в храм. К обезумевшим монахам. Мононахам. А вот и я пришел. А вот и я... Че? Да, блин, хорош пугать. Там этот, короче, плачет. Оба. Там монах. Оба, там монах. А тебе что надо? Хны-хны, бросили меня одного, а мне надо найти чисто белый цветок. Где он может быть? Все понятно. У меня его нет. Так, как к тебе попасть? Блин, такая музыка, понял? Цинь-цинь. Зажигай музо. Ты понял, как эта фигня действует. А, блин, она сколько сожрала этих. Короче, надо запасаться деньгами. Так, а это куда? А там кто? А ты кто? Хоп. Гоблин. Так, это что такое? Тарари. И чё? Куда это? Понятно. Чё, ничего не понятно. Так, там ничего не вижу, вот там что-то вижу. А там опять змеиная чешуя. Но там что-то вообще другое. Хотя мне сказали туда сходить, да? Так, там что есть? Там ничего нет. Понял. Ой, там монах. Там монах прогуливается. А интересно, монахи мощный? Мощный, не мощный? Слабый, не слабый? И чё, куда он идет? А там еще один. Чё? Ё-моё, сколько монахов. Так, ты меня не видел. Хорош, у них так деньги падают. Ты где, монах? Че?
Хорош. Одно очко. 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 Че? Ёп! Сколько монахов? Три еще. А этот с палкой. Был с палкой. А был с палкой. Блин, там еще два монаха. Вы что, серьезно? А вы что, серьезно? Так, что-то мне неохота вас мочить. Ё-моё, там обрыв. А, тут еще монах. Ё-моё. Ё-моё, они еще и молятся. Ой, я пожалел, я пошутил. Не-не, погоди, не то. Ох, нихуя, вы шустрый. Я хотел, блин, эту домовую завесу. Так, может вы уйдете? Не, они брони. Эй, хорош! Блять, он еще и спамит. А, ну они такие, ничего. Не особо сильные. А я что-то испугался. Не, ну когда много-то их. А ты понял, он задом идет. Хорош такой монах. Леденец Ундо. Блин, бабки с них падают колоссально вообще. Ё-моё, испугался. Так, я промазал, да? Где они? Это снизу. Или нет? Их там что-то вообще до хера. Раз, два, три, четыре, пять. В смысле, а эти куда идут? Вы куда идете? Алло! Ну-ка, чуха. Это, короче, патрульные. Они без посохов. Они без посохов. Сейчас мы одного грохнем, второго прищучим. А, всего-то. Всего-то. А они так-то хорош рубятся. Че? Кусок воска. Это похоже на воск субстанции, иногда образует внутри тела. Ее можно использовать для актуальных улучшений протеза среднего уровня и выше. Скопление этой субстанции считается бла-бла-ля-ля-ля-ля. Хорош! Для протеза что там? Не, ну при... пока я не понял, что они особо такие сильные, слабые. Ну тут-то их до хера. Ё-моё, что-то они делают. Я сейчас так сделаю. Хорош! Че, работает? Нет меня здесь. Свободен. Блин, ну она эмблемы духа. Да херуха берет. Еще, блин. Щурюгама. Ой, запалят. Че, идешь? Не идешь? Не идет. Еще что ли, монахи? Блять, идет. Че вы делаете? А ты один? А нихера. Блин, ну в принципе-то они валятся. Че я тогда не валю их? Еще двое, да?
Этот с палкой. Этот с палкой. Тот с кулаками. Этот с палкой, тот с кулаками. Че у них с лицами? Они какие-то страшные. Зачем я это делаю, я не знаю. Просто, блин, прикольно. Ай-ай-ай. Короче, переколбасил. Там что-то светится, нет? Леденец, шмаденец. Да, там что-то светится. Ну тут, в принципе, можно обойти их. Прям в шпе обойти. Дрожает хорошо. Так, ну тут... Тут непонятно куда. Та-та-та. Так, спокойно. Кого колбасим? С палкой без. С палкой без. Прикольно. Этот меня даже не заметил. Хорош медитировать. Так, ну вот и все. Вот и все. Разобрались. Тут что есть, что? Что-то есть. Чего-то есть. А тут чего? Порошок чего? Легкий кошелек. Противоядие. Так, че? Куда? Тут мешок. Но он использованный. Так, я там был. Кто использовал мешок? Вопрос. Вопрос. Там тут шагает, что ли? Или это я? Так, не понял, что это? Бля, что это было? Вышли, гребаные жучки. Ну кто? Я вас где-то уже видел. Я вас где-то уже видел. Вот как вас здесь много-то? Ё-моё, что за звуки-то? Или вы бессмертные? Я что-то не понял. Что это за звук? А они бессмертные, что ли? Чё, кто шумит? Тихо там. Так, прислониться. Тут ничего не... Чё? Там кто-то чё-то говорит, это стопудово. Стопудово. Чё? Кто? Где? Да хорош пугать! Они, короче, как-то странно помирают. Там три монаха. Чё за звуки? Не-не-не-не-не-не-не! И не нафиг. Блять, а чё они поют? Чего они сразу начинают петь? Блять, один бежит. Хера только прибежал. Че вот эти хрени? Че такое? О! Эмблемы духа возвращаются. А, это с них эмблемы дают. Ну-ка. Натуре. Да это вообще по красоте. Это по красоте. Так, где те монахи злые? Надо как-то по одному, что ли, выкуривать. Че за фигня? В смысле?
А как у меня палите? Так нечестно. Так нечестно, залупцуют же. Вы чё, блядь, сквозь стенки видите? Или это вот эти сообщают обо мне? Вы идите молитесь. Вот, все правильно. Молитва вам. Так, а кому они молятся? Там какой-то хрен. Там что-то у него есть. Тишина такая, ты понял вообще. В игре ни звука, ни пердинки. Ты понял, да, они же, блядь, одинаково двигаются. Так, ну, короче, одного режем. А применяем... Так, а что я делаю-то? Нет. Блин, что-то я очкую. Ладно, они вроде слабые. Что зря очкуете? Блин, там еще кто-то. Хорош, пыль в глаза пустил. Точнее, кровь. А там кто-то наверху. Или где? Сбоку. Дайте, та-та-та. Вот вообще что-то я очкую. Каких-то монахов я очкую. Ой, вообще. Прям не могу. Они же, блин, слабенькие, ну. Так, а чё? Так, погоди. А откуда у меня здоровье столько стало? Не, жизни 13. Мне кажется, полоска длиннее стала. Серьезно? Так, у меня денег дофига надо. Надо что-нибудь купить. Так, как эту фигню убрать? Х. Что такое Х? Х это использовать. Так, я серьезно не понял. У меня же не столько жизни было. Или столько? Ну, жизни 13 написано. Бусинок не... Мне кажется, она длиннее стала. Да по любасу. Так. Че, еще одного? По красоте, а второго так уже завалим. Пыль не будем пускать. Да ну, блин, повернись ты к нему-то. Да не, ну они слабенькие. Они просто начинают пить как-то стрёмно. И все. Еще у них денег много. Сисюних. Чё, блин, говорю вообще. Так, ну идите к полюбасу, босс, да? Это босс. Это босс. Это 100%. Он сейчас встанет и меня надает. Потому что смотри. Так, а чё кто там? Не понял. Тут что-то полюбасу нечисто. Ебать, это кто? Ебать, он живой, что ли? Я же говорю, он живой. Кто? Ебать, ты откуда? Блять, опять поют. Кто поет? Ладно, иди сюда. Ты где? А, ну ты тупой. Уа. Чё за херня? Блядь, здесь какие-то страшные звуки, колокола. Сохранение, смотри, заработало. Шара духов, бля, вообще какая-то атмосфера жуткая. Ты понял, да? Куда мне? О, есть выход. Ой, чё это за звуки? Чё происходит? Чего происходит? Никто не знает. Можно я возьму потихой? Нельзя, да? От собака. О, семечку от тыквы хорош.
Семечку от тыквы. 8. Нет, я тебя не буду трогать, иди нахер. Это по любасу босс, мегамонах, 100%. Я сейчас его уебну, и он начнет, проснется. А, это ты стонешь. Так. Блин, или завалить босса? Шар духов. А шар духов. О, это знакомый. А в смысле? Я вон там был. Здорово. О, змеиные фрукты, да. Есть два вида. Один свежий. Другой сушеный. Сушеный. Вон там. Свежий фрукт вон там. По утесу через дыру. Там ты его и найдешь. Да сама иди за ним. Свежий фрукт? О чем бы? А? Тебя что-то тревожит? Мне вот нужен рис. Рис, говорю. Если что-то тебе тревожит, порадуй меня рисом. Так тебе фрукт надо или рис? Или мне фрукт надо? Ничего не делать. У меня нет риса. Ни того, ни другого. У тебя есть рис. Рис. Рис от божественного дитя. Че? Ты че, старая? Рис. В смысле? У него нет риса? Он мне не давал рис. Короче, а третий воскрешалка-то, походу, реально, смотри, как долго перегружается. Так, и чё, где я? Кто я? Чего? Ух ты, ёпта, там дым. Там обрыв. Или нет? Да. Па-па-па-па-па. Монах. Еще один. Еще один монах стоит. Ё-моё, их там сколько. А это кто? Бабка? Так, вижу. Блин, там еще один пиздюк. Так, ну это же обычный, правильно? На... А, блин, еще, да хорош. Я как вас всех перебивать-то буду? Вот, сука, палит. Слышь, ты хорош мне палит. Ты где? А или это не... Или это статуя? По красоте. Блять, у меня уже почти штука. Куда мне ее девать? Куда мне ее девать? Надо куда-то девать, а то просру же. Погибну же обязательно и просру. Там, смотри, еще что-то. Там еще, смотри, какой-то путь. А, или этот... Нет, это не тот утёс. Короче, здесь везде штука всего. Еще один этот, монах. Кусок воска дают они. Зачем вам воск? Бальзамировать себя? Хорош, потихо, короче, всех валю. Так, ну там... А, нет, там мост, там этот стоит. Какой-то... Какой-то чудик новый. Какой-то чудик новый там стоит. И на меня глазеет. Бля, а это тоже монах? Или нет, это не монах? Но от этого я могу свалить. По любасу. А куда я свалю? Кто это вообще? Это обычный. Так, надо пустить пыль в глаза. А, я же забыл, я умею. Хорош, как ниндзя! Все. Он даже вообще не понял ничего. Он даже вообще ничего не понял. Да, это походу новая локация. Ну, то есть это сюжетка, я так понимаю, да? И тут, короче, я все-таки правильно пошел в начале, свернул налево. Но я не дошел до этого генетира, да, Ганатару.
который, блин, меня жестко. Так, а как тебя? А тебя я обойду, пожалуй. Погоди. Погоди, парниша. Стелс хорош, но он долговат. Так, а тут что-нибудь есть? Там тут сидит. Кто это? Отсюда не видно? Трубу не буду доставать. Так, погоди. Не, не буду. Ладно. Походу, толстяк, что ли? Сейчас вот этого мастерски так. Не понял. Кто? Хорош? Сука, палит. Блять, опять какие-то монахи, ты понял? Чё, блядь, за монахи? Пошел нафиг. Блять, такая атмосфера, реально начинается битва, и вот это вот меня моё, моё, а-а-а-а. Чё вообще происходит? Сука, как ты меня палишь? Ой, простите. Вырвалось. Как? Алло, в смысле? Тут, блядь, он меня через здание палит. Ну, музыка, конечно, тут капец такая, знаешь. Это что-то напоминает, на туре такие раньше ужастики были советские. В советское время. Там вот это... Не, ну смотри, там тоже... Локейшн. А как туда попасть? Типа вон оттуда спуститься? Блин, ну я так понял, что да, здесь надо везде облазивать, да? Ну, это так ты... Облазивать, облизывать, короче. Так ты, короче, короче, у кого короче, никуда не попадет. Вот и все. Я уже запутался. Или же, когда я туда попаду, я потом вылезу там. Хотя там вход, не пойми. Что-то светится. Так, погодите, у меня же есть трубка. Трубка подзорная. Где ты? Трубка полуношника. А как ее сделать, я забыл. А вот. А как она увеличивает? А в смысле вообще все? А нет. Так, ну там чисто чего-то светится. И вот, походу, только там можно спрыгнуть. А как обратно? Ну так вообще непонятно. А нет, вон туда, там тоже что-то светится. Отсюда либо не рисуется. Там, блин, опять шмия. Шмиянно. Так, ладно, уберись. Трубка, ты хорош. Так, убрать. Так, а что у меня еще есть? Ну ладно, пока ничего не буду. Пока ничего не буду. Чё? Здесь все больше никуда. А этот, ты понял, он там что ли ходит? А ты меня как пасёшь-то, алё? Правильно, разворачивайся. Иди отсюда. Иди отсюда. Сейчас мы перезайдем с третьего воскрешаловка. Ну ее, короче, желательно только на боссов, да, тратить. Потому что... В смысле, а ты чё маршируешь-то? Где вот он? Пойми, блядь, где он? Это ты? Ну, его, короче, не завалить. Как его завалить? Потихо. Кто не знает? Как тебя завалить? Не... Понял. Да как он меня запалил? Блять, Silent Hill какой-то натуре. Ты, блядь, не думай, что ты хитрее меня. Эй! Слышь, ты хорош!
Да ёб твою мать, ты какой жесткий пацан. Ах ты ж! Ах ты ж! Да ты хорош! Блять, прыгун! Блять, это какой-то мини-босс, что ли? Ты ж гаденыш. Тихо. Блять, просрать деньги. Ушатал. Хера, ты кто такой-то вообще? Это, короче, какой-то тоже ниндзя, бля. О, хорош за него дали. О, блин, что-то надавал-то. Жестко. И главное, глазастый, ты понял, да? Вообще нахрен глазастый. Чему глазастый, а? Эти, бля, монахи на туре. Че за, блин, прикол? Че за прикол? Так, тут чего? Тут туды, не туды, сюды, туды, туру, тут, туды. А ты... Че? Кто? Ага, все понятно. А там никого нет, но туда можно попасть. Так, а там щитоносец. А-ха-ха-ха! Че мы щитоносца так завалим? Спрыгнем на него, попробуем. Хорош! Хорош, жизнь восстанавливается потихоньку. Что, дорожей еще есть? Блин, ну денег реально много. Я опять денег столько не видал. Столько, опять столько не видал. Видал, но не столько. Так, мне бы идола резчика, и на этом, наверное, все, пожалуй, все. Что-то уже долго, уже очень капец как долго. Там-то есть проход? Я не посмотрел. И аккуратней. Хорошо, вот эту функцию прокачал. Хорошая функция, восполняет здоровье. И третья воскрешаловка активна, судя по всему. Судя по всему. Ай-ё-ё-ё-ё! Нифига себе, вот это повезло, сейчас бы улетел. Красивая локация такая, цветочки сакуры. Или что это называется? Почему я не долетел? Алло. Ё-моё, опять пещеры. Опять пещерки меня за... А, вот все. Вот и все. Вот и идол резчика. Это хорошо. Это хорошо. Че? Че? Ё-моё. Опа. Опа, что я нашел? Я там сзади хорошо заглянул. Так, ну отдохнуть по-любому. А, еще же денежки, да? Так, изучение навыков. Чего у меня одна? Нехорошо.
купить. Ну, блин, что купить-то сейчас? А как это можно посмотреть? Давайте переместимся сюда. Может, посмотрим протез, что улучшить. Пока покупать как бы нечего, у торговцев не... Особо ничего не надо, я все скупил. Особо нечего, я все скупил. А я семечку же еще нашел. А что тебе нужно? Божественный сынник, а? Ты его спас. Я тут ни при чем. Это не так. Прими мою благодарность. Тень в твоих глазах, она стала чуточку светлее. Что? Неважно. Итак, тебе что-то нужно? Показать протосиноби. О, тут у меня есть что-нибудь улучшить? Если честно, уже запутался. Нет, тут ничего. Так, петардочки. Это что? Это петардочка. Вот это закрыто, да? А что это надо? Это неизвестный пассивный навык. Так, я топор улучшил. Сюрикен я тоже улучшил. Это что такое? Это перо. Мне зачем это оно? Улучшенный себе... А я его тоже улучшил. А как мне до петарды добраться? Ингредиенты есть, ингредиенты. Мне надо вот это открыть. Это что такое? Призрачный кунай. Недоступно. Кунай госпожи бабочки установлен. Колесо под сюрикены. И там всего дофига. Так, ну тут... Вот это как бы копье, я им не пользуюсь. Тыщу. Я, короче, лучше тогда спущу пока на эмблемы. Денег потом все равно еще насобираем. Вот этот ворон тоже я им не пользуюсь. Смысл? Смысла нет. Вот это усиленный огненный. А, еще зонт есть, да, я же зонт открыл, точно. Встраиваемый зонт, магнит, встраиваемый... Да, блин. Постоянно кнопку не нужно. Усиливает энергию вращения, расход эмблемы духа, уменьшает вражеский запас жизни и концентрации, а также наносит больше урон прыгающим врагам. Если завести пружину, ее сильнее. Ну-ка. Блин, ну, зонт-то как бы хорош. 600. А мне нету на него. А. Так, ну ладно, один хер надо прокачивать потихоньку. Все, на эту не хватает. Потратил. Осталось. До свидания. Да, все, до свидания. Я, если честно, даже вот этой штукой не пользуюсь. Улучшенный Сабибар, хоть и вкачал. Петардочки вот полезные. Ну и тогда купим эмблемы на все. Купить эмблемы духа. Или погоди, может, что у торговца есть? Там еще, кстати, торговец болеет. Мата! Продать предмет, поговорить, купить. Так, капля. В смысле? А, я каплю я купил. Порошок. Записка. Семечко тыквы я тоже купил. Так, не, ладно, все. Да. На сегодня, пожалуй, завершим. Купим эмблемы духа, пойдем прокачаем семечку. Так, тут, видимо, еще что-то можно будет покупать. 36 штучек. Окей. Они-то как бы всегда помогают. Они что-то быстро заканчиваются. Так, переместиться. Замок Ассасина. Ассасина. Это куда? Это где? Это я где? Не понял. О, сюда. Вот сюда и все. И на этом, пожалуй, все. На сегодня хватит. Блин, тут, конечно, времени реально дофига уходит. Только на бои. А если не на бои, то исследовать это тоже, конечно, хорошо. Здрасте. Да, слушаю вас. Сакура, что росло за замком? Вы про вечный цвет? Это дерево сакуры, которое господин Такэру привез с родины. Так это дерево из божественного царства? Да, и весьма необычно. Она круглый год стояла в цвету, не только весной. И все же, вечный цвет больше нет. Он полностью усох. Почему? Некий человек срезал из дерева ветку и сорвал все цветы. Без цветов вечный цвет был обречен. В итоге все дерево засохло.
Так, все. До свидания. Хорош! Хорош, у меня теперь 7-8 семечек, смотри. Хорош, вот хорош, это пипец. Еще прикинь, что-то как раз там 99 можно собрать. Это охренеть, это сколько ж, блин, у меня здоровье будет. Так, ладно. Спасибо всем, кто смотрел. На сегодня закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте. Всем пока. Пока.